Леонид Николаевич Преснухин, первый ректор МИЭТ, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Преснухин внес неоценимый вклад в становление нашего университета. Окончив МВТУ имени Баумана в 1942 году, он остался работать в «Альма-Матер». Там Преснухин возглавил факультет приборостроения, таким образом получив опыт работы не только в преподавательской и научной деятельности, но и руководителем. В 1966 году, спустя год после приказа о создании Московского института электронной техники, Преснухин назначается ректором нового вуза. Молодому Зеленограду, Центру отечественной микроэлектроники, требовалось все больше и больше высококвалифицированных специалистов, готовых к работе. Решение этой сложнейшей задачи предстояло найти в МИЭТе. Под руководством Преснухина удалось создать уникальный институт, где студенты могли получать не только теоретические навыки, но и проходить практику буквально в соседнем корпусе. Преснухин старался участвовать не только в научном и учебном процессе. Он всегда с заботой относился к преподавателям и студентам. По его инициативе для возникающих студенческих семей и аспирантов был достроен корпус в студенческом общежитии. И сегодня, спустя 100 лет со дня рождения Леонида Николаевича Преснухина, память и привнесенные идеи первого ректора МИЭТ остаются в красных стенах зеленого города.